Всем привет, дорогие друзья! Сегодня на улице, где располагается второй троллейбусный бар, тем более бывший. Сейчас я не знаю, что сделать, либо вот музей московский транспорт, либо непонятно что. Сегодня 31 марта 2022 года, последний день работы музея Т. Почему? Из-за того, что здесь улицу Подсумного Рязанской улицы от того края до самого конца. Так что будем надеяться, то что власти Москвы обещают троллейбус вновь пустить осенью, но уже будет выезжать не из Нового Косинского парка, как обычно, а уже где-то с самого завода Сварца или рядом, где строят саму контактную сеть. Будем надеяться, что власти Москвы не оправдают надежду вернуть московский троллейбус, как тогда, когда мы все боролись за сохранение московского троллейбуса на Садовом кольце на основном участке Москвы. Так что желаю вам хорошего дня и хорошего денечка, погоды и так далее. Сегодня вот такая погода, зимняя, пасмурная. Так что не забывайте ставить лайки на этот канал и подписываться на этот канал. И делитесь видео. Так что до новых встреч! Thank you.
Вадим. Почему он не успел? Он не успел на этот ролев съесть. Теперь ему дорога только никуда. Потому что мы сейчас доедем прям в парк. Еще не успел. Не факт, что он пустит. Если кто-то говорит, что это водитель на газе, то не знаю. Пацаны, пожалуйста, сходите. Не забудьте картину сейчас. Нет, конечно. Спасибо, что напомнил, потому что мне придется приехать домой и делать масляный круг. Ребята, будет весело. Закрытие троллейбуса. 09 поедет 02. Божественные звуки. Сам нам подарки звуки от Смарта Маша. Кстати, у него дверь упала, у него дверь плохо. У него дверь плохо открывается. Это еще сейчас будет круг делать. И второй тоже. Вот. И второй сейчас в другом конце. Он еще круг делает. Он сейчас последний круг делает. Последний круг. Все, заходит. Не хочет. А, так мы не узнаем. Ключ смотрит, открывает. Тут тесто с камерами. Кто-то бит. Ребят, по-моему, рекордное количество пассажиров за рейс. Не, просто буду рофлить с тобой, если 02 все время, если это время пустой катал. Нет, ну до этого. Я ездил последние полтора часа, когда мы сегодня здесь катался. Уважаемые пассажиры, вот последний раз приветствуем Брилёва и Мосгорсасса. Троллейбус следует маршруту. Щеночек. Не, да ты на конечной остановке Спадокамская улица. Я все фономузыком закрою. Водить. Неприятные поездки. Тихо. Тихо. Кстати, можете написать в чат, если мой второй еще надо. Сейчас мы полной мощности. Мечтай. Держи нас! Макс! Держи нас! Божественные звуки! Вот же нам дал самый прекрасный троллейбус! Модель Макс Макс 6-1-5! Я второй раз в Марк еду! Ну не факт, что мы поедем, не факт, что нас пустят! Распределяемся. Мое место, мое место. Поехали. Троллейбус ТТ в Новокосино, а не просто последний рейс. Ну, перед реконструкцией еще. Последний Тольский. Вот это. Слушайте. Это последний день на ЭТП. На ЭТП. На Косинском, а тот проезд на электронного бака. Троллейбус не пошел, закрывается. Ой. Что ты сделал? Я локтем убил электроэнергию. Возвращайся! Возвращайся! Дима, вы там все будете махать, типа? Про то, что мы, да. Он вас заживет на Добрый Слободской. Не, самое главное, смотрим его на месте. Я бы тоже хотел выйти там, либо на первую световой Thank you.
Автономка. Автономный ход, конечно. Когда еще под автономку? Все, мы, значит, по Лакской улице, там прямо старый обоспан идет, потом мы на обоспанку поворачиваем. Ты мой маленький экскурсовод. Вот там курьер. А, здесь нет проводов. Можно чуть голову пониже. А что это за звук? Я чё, жалко, тройотагетра здесь нету. Ну там, короче, старая басмана уже пошла. Ну что, она выдержит? Можем подтолкнуть. Ну да. А где перецепление вообще? Вон она, перед нами, пару метров. Кто так по-идиотски сделал вопрос? Ну зачем здесь было демонтировать? Зачем нужно было все демонтировать, я не понимаю. Здесь? Че? Ну еще налево получается поедет. Нет. А там сейчас налево. О! Да, забыла. Я всегда знал, что это панорамная площадь земли. Сейчас, если вот он выйдет, то просто... я могу очень быстро увидеть, что заснять. Там новые басманные улицы. Туда прямо старые басманные. Тихо. Уйдите, ребята, уйдите. Уходите, уйдите. Входим. Отходим. Поворот. О, гастарбайтеры всю Москву засрали. А, вот же Канташка. Так вот тут бабки. Музыка и спецэффект. Вот это я поражаюсь. Алло. Здрасте. Но я папе говорил, то, что я на вечернем троллейбусе буду. Ну, ближе к 11 могу сказать. А мы с друзьями едем в какой район Москвы-то? На Максино едем. Где тут Басманская улица к Комсомольской площади? Передай папе, что со мной все хорошо, я ему позвоню, как буду в метро уже находиться, на Гиреево. Но он уже в курсе, я точно знаю. А, он что, с того с вами? А, да, передай привет, то, что со мной все хорошо, со мной мои друзья и автономный троллейбус. А? Ну, ладно, до свидания. Со мной все хорошо. А это Светка по работе, Почта России. Я снимал на 98. Ну что, автономка лопнула? Приехали. Автономка сейчас будет. Да, лопнула. Сейчас. Давайте все поднимайтесь. Дайте. Вряд ли. Дайте быстрее! Ничего не видно? Я
Должен быть в Москве, ты самый главный и самый любимый москвичанин из транспорта. Смотрите, евро 4. Можешь как-то сложить, чтобы его сзади свет был виден? Я там свет так залил. На мегаполисе, допустим, площадь общества. Кстати, здесь не действующие пути трамвая. Да, да, да. Сейчас тут самое интересное. Вот можно подключить. Да, знаю, знаю. Выезжаем с вами на улицу. Это последний рейс троллейбуса в Асино. Монтировать я буду долго очень. Больше машин я не буду. Я думаю, тоже нельзя, иначе водителю будет жопа. У меня я выложу только день и все. Демонтированы, наверное, провода. Не, вот, вот, висят. Да, не видел. Но как мне вообще знают? Ну, в плане калиты. Я вообще как... О, я нашел место. Место занято. Саша, перестань бегать туда-сюда. Я возле тебя еще прямая должна Возвращайся.
шоссе энтузиастов, как будет называется? На первую Владимирскую улицу. Амбулс обратно, троллейбус, автобус, масс. Кстати, поручи насчет движения во время стоянки по Парк был, теперь у него казино. Да. Совершенно перед. А мне дома. Спасибо. Дома с детства. Ну, знаешь, что нам повезет? Да. Если мы поедем, у нас, пусть не пофотографируют, мы едем Т-75. Если он не приедет, нам всем... Зато Мы подъезжаем к платформе Новогиреево. Едем в заключительном парковом рейсе в музей этого троллейбусного маршрута Т. Финальные мгновения. Одна стрелка тут. Не обязательно. О, а вот еще. На
казанским железнодорожном полотне. Это 4М, Куреви. Горьковка? Я перепутал. За нами либо не фаз, либо электробус несется. Я не вижу. Твои пассажиры. Да, сегодня.
боже, это сейчас будет как... Надо ругаться. Че это машины больше тут? Нет, это просто сплошной снег. Да они снег. Он был у парка. Это ужасно. О, все, мы едем вперед. Момент истины. Конец. Друзья, это конец. Мы попали. Вон там стоят, скорее всего, остальные эти баянчики. Конечная! Мы приехали. Я думал, что приедем уже в 10. Вот и балашиха. Нихрена шара. А где эти-то? Тоже местные фанатцы. Вот тот Таис Мод Тральк приехал. Последний раз. А там стоит электро. Бедро. Он контакт. О, там же автобусы стоят. Спрашивайте у водителя. Не забудьте спросить у водителя. Что спросить? Что? Еще надо остановиться. Это конечная, да. Вот это отдых автобусов. Не убей никого. Последний перекресток. Последний перед судьбой. Приехали. Судьба, которая не имеет ответа. Так, сколько автобусов? Евро 4, не пад. Открывайте. Давайте скажем спасибо водителю. Спасибо. А вы сейчас еще освоите, неизвестно? Можно, я выйду. Неизвестно, да? Давайте. Спасибо! 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 Прощай, последний вас может остановить. Прощай! Мы любим тебя! Мы не прощаемся! Мы говорим до свидания! Возвращайся! О, мы любим тебя! Возвращайся! Ну, бывай, старый друг. До новых встреч. Давай. Не фас. Ну вот, дорогие друзья, наш выпуск сегодня подошел к концу. С вами был я, Денис Тушинский. Так что не забывайте ставить лайки и подписываться на этот канал. До новых встреч!